Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на одном из интереснейших матчей высшего дивизиона. В отчетном туре на самом деле таких центральных поединков не так уж и много. И, естественно, мы, как всегда, пытаемся выбрать для вас наиболее привлекательные варианты. И вот в сегодняшнем поединке «Беды» и «Легиона» впервые в истории, наверное, можно определенно сказать, что команда Александра Седова является фаворитом этого противостояния. Легионеры располагаются выше в таблице, они начали чемпионат заметно лучше своего оппонента. Перед началом этого игрового уикенда Легион занимал 6-ю позицию в таблице. Беда располагалась на 11-м месте, ну и стоит, наверное, сказать, что их диспозиция на самом деле не сильно-то и изменилась, потому как за сегодня в высшей лиге была сыграна всего одна игра, и в этом самом матче «Динамо», один из лидеров чемпионата нынешнего сезона, без проблем, разобралось с Gold Shark с крупным счетом. Матч сразу же начинается с активных действий легионеров. И на исходе первых 30 секунд игры уже первый свисток прозвучал. Владимир Коржевский, главный арбитр встречи, остановил игру, зафиксировав нарушение правил со стороны капитана «Беды» Ивана Романова. После розыгрыша этого стандарта перейдем к оглашению составов, разряжают обстановку защитники «Беды». И давайте быстро с вами познакомимся с составами. Начинаю я по традиции с стартовых 8 номинальных гостей. Футбольный клуб «Легион», несмотря на гостевой статус поединка, начинает матч по-хозяйски, начинает также и в своих традиционных красно-серых цветах. В воротах у «Легиона» Владислав Басинзон под первым номером. В центре обороны Дмитрий Неруков, 33-й. Справа Станислав Мухин, 28-й. Слева Иван Нехорошев, 23-й. Александр Седов, капитан команды, 17-й. И Павел Андрианов, 69-й, в опорной зоне. Денис Бычков, 6-й, чуть выше. И на острие атаки Попин Казарян, его номер 7. Беда в следующем сочетании начинает этот поединок. В воротах Юрий Струйков под непривычным пятым номером. Все дело в том, что есть сегодня определенные кадровые проблемы у бело-голубых. И, насколько мне известно, во втором тайме место в воротах займет запасной голкипер по сегодняшней ситуации Алексей Фирсаков. А вот Юрий Струйков именно под пятым номером и будет выходить в поле, помогать своим партнером. Впрочем, как мне известно, и Алексей Фирсаков сказал, что готов. Он готов в определенных ситуациях на несколько минут дать передышать кому-то из своих более молодых одноклубников и роль столба на острие исполнить. В центре обороны под 21-м номером играет Егор Бажутов. Слева Олег Севастьянов, 2-й. Справа Евгений Попков, 6-й. Олег Царев, 4-й, в опорной зоне. Максим Бровкин, 14-й. И Иван Романов, 7-й, исполняют футболистов роли под нападающим, которым в стартовой расстановке является Иван Логинов, номер 9-й, играющий тренер команды. Ваш комментатор на сегодняшнюю игру Никита Лаврентьев, главный арбитр встречи, я вам уже представил. Помогает ему с Бровки резервный рефери Игорь Елисеев. Но у нас небольшая пауза на 3-й минуте. Связана она с тем, что голкипер «Легиона», насколько я понимаю, решил переодеться. Ну, честно признаюсь, не совсем мне понятно, зачем была необходима эта процедура. Все-таки все в черном обмундировании не играет ни одна, ни другая команда, только судья и другой вратарь в такой же расцветке.
Но, возможно, все-таки арбитр по каким-либо причинам попросил это сделать. Ну и пока есть у нас пауза, вернемся к турнирному расположению команд. Легион начал нынешний чемпионат действительно здорово. Набрал максимум очков там, где это и должен был делать, обыгрывая соперников, которых превосходил в классе, или же, что называется, были они сопоставимы по нему. В играх с фаворитами, коими были Нева и ЦДК, Легион сражался, в каких-то матчах вел в счете и достаточно долго, но пополнить свою копилочку не сумел. Но вот этого самого набранного уже сейчас хватает для того, чтобы сейчас располагаться в верхней половине турнирной таблицы, что и является задачей Легиона на стартовую часть чемпионата. У беды дела во внутреннем первенстве совсем плохо. Все дело в том, что в нынешнее межсезонье достаточно серьезные перестановки в заявке клуба произошли. О проблемах бело-голубых уже было сказано действительно много. И единственную победу в чемпионате подопечные Ивана Логинова получили технически над снявшимся с розыгрыша Азимута. Да, были еще два ничейных результата. Это мирный итог со Штурмом в первом туре чемпионата. И несколько недель назад Голшарк не сумел выиграть у бело-голубых. И вот эти вот 5 набранных баллов, по сути, ставят под сомнение возможность беды сражаться за попадание в восьмерку сильнейших по итогам первого круга, что, конечно же, в свете новой системы розыгрыша турнира является большой проблемой для одного из самых титулованных клубов Севера. С другой стороны, в Кубке ЛФЛ одной победой бело-голубые отметились, обыграв в гостях северо-восточную Москву. Но вот в двух других матчах были поражения. И на самом деле, после неудачи на прошлой неделе в противостоянии с Магистралью, шансы беды на выход из группы очень сильно уменьшились. И команде придется совершить настоящее футбольное чудо, чтобы пробиться в следующий этап соревнований. Ну и сейчас на самом деле беда выровняла игру после активного начала Легиона, которое, правда, не обернулось такими уж опасными моментами. Бело-голубые успокоили темп, взяли мяч под свой контроль, разыгрывают его последние несколько минут, и вот сейчас заработали очень хороший штрафной. Следует удар, но здесь на месте Басинзон и переводит мяч через перекладину. Еще один стандарт. Теперь от левой бровки подают бело-голубым. Следует подача, и еще один такой нервный момент в штрафной площади Легиона. Но в итоге все завершилось потерей мяча. Легион старается через пас из обороны в атаку выйти. Контролировать мяч удается. Вот только сейчас переходят легионеры на чужую половину поля. И Попин Казарян ошибается, теряет мяч. Царев обыгрывает один в один без проблем Дениса Бычкова. Отдает налево. Бажутов направо, Попков. Есть перед ним свободное пространство. Естественно, он несколько шагов с мячом сделал, а затем какую-то не совсем понятную для партнеров передачу отдал. И защитники красно-серых мяч перехватили. Но недолго он у них продержался. Последовала еще одна оплошность, неточность, и вновь
Беда забирает мяч под контроль. Беда забирает мяч под контроль и пытается игру начать вести под тем самым темпом, который ей удобен. Учитывая, что, повторюсь, замен у команды нет, необходимо рассчитывать силы, необходимо максимально их экономить, чтобы не подсесть в концовке и в конечном итоге не проиграть матч именно на последних минутах поединка. Штрафной назначает арбитр. Подталкивали в спину Ивана Логинова. Опытный футболист. Один из лучших снайперов беды в истории. Ну и действительно, до травмы, до той злополучной травмы, Логинов долгое время поражал всех своей результативностью. Но после восстановления, конечно же, дела все никак не вернутся в привычное русло, в то время как сам футболист не молодеет. И сейчас, конечно же, все больше и больше он сконцентрирован на роли наставника, нежели футболиста. Но вот ситуация, что называется, вынуждает. Дальний удар Евгения Попкова. Не самый лучший выстрел в карьере этого защитника. Очень много голов он забивал со сверхдальних дистанций. Вот как раз в игре со штурмом в том первом туре, завершившейся ничью, если мне не изменяет моя память, Попков забил один из двух голов бело-голубых. И тогда казалось, что действительно, несмотря на все свои проблемы, да, за чемпионство беда, наверное, не поборется, а вот верхнюю часть турнирной таблицы заберется. Бычков вступает в борьбу с Попковым, который вроде бы оказался обыгран, но затем успел вернуться и мяч выбить у соперника. Седов принимает мяч, прострел не проходит. Здесь борьбу навязывают сразу несколько соперников капитану легионеров. И мяч-то затем Иван Нехорошев отобрал, но секундами ранее Попков оказался на газоне. Его туда отправил как раз-таки капитан легионеров. Длинная передача вперед. И мяч остается у бело-голубых. Но здорово здесь в подкате его выцарапывает Бычков. Но сразу же ошибается в передаче один из защитников. Вот он момент. И не удается никому из бело-голубых протолкнуть мяч в сетку. Хотя, казалось бы, ситуация благоволит этому. Ну а здесь фол уже со стороны Олега Царева. Пытался он отобрать мяч чисто у Попина Казаряна, оказавшегося в окружении сразу четверых соперников. Но этого сделать не удалось. Ну и, судя по всему, сам же и будет исполнять этот стандарт прямо из центрального круга. Учитывая, что мяч установлен прямо по центру. Здесь напрашивается удар. Он исследует в надежде, возможно, на какой-то рикошет. Либо что кто-то из партнеров подставит голову и изменит траекторию полета мяча. Подставил голову защитник беды и выбил мяч на угловой. На этот раз Седов будет подавать. Хотя, конечно же, напрашивалась вот эта вот передача на вторую линию. Но навес. Навес от Станислава Мухина. Нет, прошу прощения, это, конечно же, Иван Нехорошев был. Он просто по эпизоду перешел со своего привычного левого фланга на правый, на розыгрыш стандарта, и отправлял передачу в чужую штрафную, но вот его навес точно не получился. А вот сейчас Мухин играет надежно. Досталось ему немножко там в единоборстве и свое недовольство так аккуратненько он арбитру высказал. Но самое главное сделал Станислав, один из героев поединка против Энергомаша. Напомню, на счету Мухина
победный гол, а также несколько спасений с ленточки, когда казалось, что уже мячу некуда деваться. Мухин в той встрече будто породнился с футбольным снарядом и всегда знал, куда он отправляется. Вот сейчас он остановил атаку беды и не позволил ей во что-то интересное воплотиться. Отворот показывает арбитр, считая, что от беды мяч покинул пределы поля. Вот так вот в неспешном темпе у нас первый тайм уже к своей середине приблизился. Ну и не сказать, чтобы радовала нас игра опасными моментами. Нерв, конечно, держит напряжение. Здесь, я думаю, вы, дорогие друзья, со мной согласитесь. Но все мы, конечно, любим футбол исключительно за его главную черту – это красивые забитые мячи или же не менее важные неудачи. Очередной свисток, очередное нарушение правил. Быстро разыгрывают мяч красно-серые. Андрианов держит мяч, смотрит на поле, ищет варианты продолжения атаки и находит его в лице Александра Седова. А тот отдал не самую удобную передачу на Попина Казаряна. И беда бежит в атаку. Царев. Не удалось Олегу Цареву обострить в этой ситуации. Но мяч оставался у беды. И очередной штрафной зарабатывают номинальные хозяева поля. И на этот раз попробует пробить капитан команды Иван Романов. Но точка на самом деле удобная как для правоногого футболиста, так и для левоногого. Поэтому удивляться здесь не стоит. Романов просто подает штрафную! И вот он. Момент. Вот он. Шанс. И используют его на 17-й минуте бело-голубые. 1-0 становится счет. Безусловно, оказался дезориентирован Владислав Басензон. Но вот так вот с первого взгляда не казалось подача Романова чем-то опасным. Но вышло как вышло. Счет становится 1-0. И, наверное, положа руку на сердце, не сказать, что совсем уж несправедливо беда открыла счет. Но «Легион» идет отыгрываться моментально. В атаке поучаствовал сейчас Дмитрий Неруков. Он же воет мяч из-за боковой. Казарян, классно, удар! И на месте оказался Юрий Струков. В ближнем углу выудил мяч, переведя снаряд за лицевую линию. Александр Седов будет подавать. Навес. Остается мяч у «Легиона». Еще один удар, и вновь он заблокирован. Сражаются бело-голубые за себя и за того парня, который сегодня не приехал на стадион. Но сейчас практически уверен я, что игровое и территориальное преимущество перейдет к команде Александра Седова. Как минимум, беда не будет настаивать на игре первым номером. В такой ситуации, конечно, забить для хозяев дорогого стоит. Напомню, глобальные проблемы с составом
У бело-голубых лишь один футболист на скамейке запасных, и тот является номинальным голкипером. Здорово здесь поборолся Иван Логинов. Заработал для своей команды аут. Правда, могло получиться еще опаснее. Но совсем уж так грубо ошибаться защита Легиона не стала. Довели атаку до ума, до удара по воротам. Заставили еще раз понянчить Владислава Басинзона. Ну и длинным вратарским выносом начинает атаку голкипер. Неруков. Играет центр. Снова Неруков. У нас в одной из пауз на поле у Легиона появился один из запасных легионеров Никита Демченко. Но сейчас не об этом. Момент действительно был очень и очень хороший у бело-голубых. Не завершился он голом. Забей второй мяч. Команда Ивана Логинова совсем жареным бы для легионеров запахло. А так пока легким испугом отделались красно-серые. Струков надежен после удара Павла Андрианова. Ну и у нас заключительная 10-минутка тем временем первого тайма началась. Далеко вперед бросает мяч Струков. Царев. Играет центр, но здесь коллективными усилиями отобрали мяч легионеры. Активен Неруков. После того, как его перевели на позицию крайнего защитника, это случилось с выходом на поле Никиты Демченко, стал значительно чаще встречаться с мячом защитник легиона. Оно и понятно. Позиция крайнего дефенсора в таком интенсивном формате, как 8 на 8, этого и требует. Седов здесь затоптал своего оппонента в хорошем смысле этого слова. Неруков хотел красивую передачу под себя пяточкой сделать, а в итоге попал в свою ногу и мяч потерял. Попков. Центр играет. И не стал ничего придумывать Егор Бажутов. Попытался вертикальной атакой начать свое наступление. В итоге отправил мяч за боковую, но, наверное, никто его в этой ситуации винить не будет. Ну а тем временем у нас очередные перестановки в составе легиона. Александр Седов отправился отдыхать. Посмотрим, как сейчас изменится расстановка легионеров, потому что на поле появился Вячеслав Андрианов. Универсальный игрок, который, наверное, может практически на любой позиции сыграть. Но опорная зона, где он, насколько я понимаю, сейчас со своим братом Павлом будет действовать, это не самая лучшая позиция для Вячеслава. Хотя, опять-таки, его универсализм позволяет действовать как на острие атаки, как бы это парадоксально ни звучало, так и на позиции центрального защитника. Попков грузит мяч в штрафную, получается точно в руки голкиперу, который не оплошал и спокойно мяч забрал. Легиону определенно точно нужно придумать что-то впереди. Налаживать там игру, потому что действительно Струкову трудиться почти не приходилось. Придется ли Алексею Фирсакову, узнаем во втором тайме, если тренерский штаб все-таки на запланированные замены пойдет. Вот еще одна контратака может получиться у бело-голубых, и получилось бы, если бы не подкат Станислава Мухина, но тем не менее все как нельзя лучше для хозяев поля складывалось. Здесь неудачные набровки
было сыграно. Второй гол сейчас в концовке первого тайма, в раздевалку так называемую, не будет выглядеть чем-то экстраординарным. Хотя поражение в два мяча, наверное, Легион сейчас и не заслуживает. Но на свой гол абсолютно точно не наиграл. Счет 0-0, наверное, был бы справедливее, но говорить о справедливости в футболе — это не самое благодарное занятие. Царев надежно в опорной зоне. И здесь мяч у Нерукова отобрали Попков и Романов. Хорошая передача. Пас в штрафную. Здесь на выходе играет Владислав Басинзон в красивом прыжке для фоторепортера. Переводит мяч за боковую линию. Ну, здесь должны без каких-либо проблем легионеры мяч отбирать, но как-то слишком долго перестраивались красно-серые, и в итоге мяч снова у беды. Назад откидывает мяч Бажутов. Струков. Вертикальный заброс. При желании здесь можно было, конечно, поставить штрафное, но не стал этого делать главный арбитр. Завозился с мячом Вячеслав Андрианов, но не удалось его обокрасть Олегу Цареву в том эпизоде. За счет более длинных ног, более лучших антропометрических данных сыграл здесь полузащитник Легиона. Ну а беда продолжает прибавлять в концовке. Повторюсь, на мой скромный взгляд, Легион безыдеен. Безыдеен в атаке. В перерыве абсолютно точно нужно что-то менять тренерскому штабу легионеров. Потому что в такой ситуации матч будет не спасти. Ну а пока очередная возможность у беды для того, чтобы увеличить перевес. И вновь достаточно опасно получается после розыгрыша стандарта. Ну а Легион, смотрите, просто играет на отбой. Попин Казарян отошел в этом моменте назад помочь своим партнерам. И, естественно, не мог переместиться на чужую половину поля. Царев сохраняет мяч. Попков идет вперед. Не проходит его передача. В нужное время, в нужном месте оказался Вячеслав Андрианов. Это уже Павел Андрианов с мячом. И следует длинная передача на Попина Казаряна. Здесь выходит из ворот Струков и мяч кулаками выбивает. Демченко играет в центр. Вячеслав Андрианов правее на своего брата. Вновь достается по ногам Павлу Андрианову. Уже не в первый раз в сегодняшнем матче, но на нем фалят разные футболисты. Поэтому по совокупности, конечно, здесь предупреждение показывать пока не за что. Но от этого 69-му номеру Легиона, надо полагать, не легче. Последние минуты первого тайма, как подсказывает со своей скамейки Алексей Фирсаков, нужно быть особенно внимательно в обороне. Но этот удар Попина Казаряна мог стать голевым разве что в американском футболе. Естественно, недоволен собой центр форварда легионеров, но ему никто за этот момент не стал пихать. Наоборот, были слышны иные реплики со скамейки запасных. Подбадривал своего подопечного капитан команды
Ну, естественно, если игра не пойдет у Папина Казаряна, если он совсем, что называется, разуверится в собственных силах, будет очень тяжело Легиону впереди, потому как запасных нападающих сегодня попросту у команды нет. А Казарян, конечно же, обладает теми необходимыми качествами, которые позволяют ему на достаточно постоянной основе забивать. На его счету 7 забитых мячей в 6 проведенных встречах. Ну, что интересно, ни один из футболистов беды не может похвастать даже чуть менее значимыми цифрами. У нас основное время первого тайма тем временем подошло к концу. И что-то, безусловно, арбитр командам компенсирует, потому как было достаточно много неигровых остановок, связанных в том числе и с переодеванием голкипера Легиона, ну и с оказанием небольшой помощи. Ну а это желтая карточка Вячеславу Андрианову. Он ее получает достаточно часто. Но в этом эпизоде арбитр, похоже, что пожалел защитника Легиона. Ну а возможно, соперник просто не позволил ее показать, быстро разыграв штрафную. Ну а то, что Андрианов-старший срывал здесь атаку соперника, это безусловно. Вот сейчас он начинает атаку своей команды пасом на брата. Тот прорывается к воротам соперника. Казарян, удар, рикошет или нет? Не было рикошета, по мнению арбитра. Ну и Казарян несколько иные претензии предъявляет судье, говоря, что его подталкивали в спину. С моей позиции показалось, что это не мяч срезался, а удар заблокировали. Извиняюсь перед вами, дорогие друзья. Ну а Казарян начинает заводиться. Уже небольшие и угрозы. Такие футбольные пошли. Ну а у нас в концовке первого тайма беда в атаке. Зажигается свеча. Здесь Басинзон должен выходить из ворот и забирать мяч. Сделать ему этого не позволили. Царев. И на этом все. Время первого тайма, дорогие друзья, подошло к концу. Команда отправляется на небольшой перерыв. Отдыхаем и мы с вами. И возвращаемся на стадион на Флотской улице. Завершился перерыв в матче 9-го тура высшего дивизиона, в котором отношения выясняют беда и легион. И после стартовых 30 минут игры впереди подопечные Ивана Логинова, благодаря единственному голу, который на 17-й минуте на свой счет записал Иван Романов. Пообщался я во время межтаймовой паузы с главным арбитром встречи, и сказал он, что именно на капитана беды будет записан этот мяч. Вроде там и Олег Севастьянов касался мяча, но это все настолько было несущественно, что арбитр решил не акцентировать на этом внимание, сказав, что и удар был достаточно нацеленный со стороны форварда беды. Но, безусловно, оказали свое влияние мельтешание подключившихся в атаку футболистов беды перед голкипером Владиславом Басинзоном. И именно поэтому могу предположить, что не сумел он с этим дальнобойным выстрелом справиться. Но второй тайм, безусловно, должен пройти под контролем, под диктовку легиона, если же красно-серые хотят набрать очки в этом поединке. Ну и быстренько по составу мы с вами
пробежимся. В воротах у Легиона замена произошла. Не подумайте, что так тренерский штаб отреагировал на пропущенный мяч Босинзона. Нет, насколько я понимаю, это планировалось изначально. И Александр Дементьев таким образом во втором тайме защищает ворота легионеров. По-прежнему играет в обороне Никита Демченко. Вот сейчас смотрю я на расстановку и пытаюсь понять, как же именно во втором тайме будут действовать красно-серые. Ну, либо Вячеслав Андрианов отошел на позицию одного из защитников, либо в два дефенсора планируют красно-серые играть. Вот. Действительно, очень и очень высоко крайние хавбеки отправляются. Это, честно признаюсь, для меня такое небольшое ноу-хау. Но, возможно, просто вот по двухминутному отрезку так выходит, что два футболиста на своей половине поля только оставались. Но второй тайм, безусловно, расставит все по своим местам. Ну и действительно, да, в центре обороны действует Дмитрий Неруков. Никита Демченко играет справа, а Иван Нехорошев слева. В центре поля Кулак из капитана команды Александра Седова, Вячеслава Андрианова и Дениса Бычкова. Хотя, судя по тому, что отдыхает, насколько я понимаю, и Попин Казарян, здесь возможны различные в итоге перестановки, кто будет действовать в опорной зоне, кто под нападающим и кто на острие. Вот привыкли мы видеть, что Александр Седов является незаменимым футболистом в опорной зоне, а по первым минутам второго тайма однозначно можно сказать, что он располагается выше, выше, например, того же Вячеслава Андрианова. Ну а впереди с первых минут играет Дмитрий Ефремов. Если я все правильно понял. У беды изменений в составе нет. Видимо, удачно складывающийся матч заставил не проводить тренерский штаб перестановку на последнем рубеже. Поэтому без какой-либо ошибки можно вам зачитать стартовый протокол. Юрий Струков, Воротов. В воротах линия обороны: Севастьянов, Бажутов, Попков, Царев, Бровкин, Романов в полузащите, Иван Логинов на острие атаки. Напомню, что счет 1-0. Единственный гол на 17-й минуте Иван Романов забил. Ну а Легион на самом деле перед этим матчем и довольно заслуженно считался фаворитом. Но игра отнюдь не по сценарию красно-серых развивается. Дементьев хорошо играет на выходе и сразу же бросает мяч вперед. Но слишком уж неудачно здесь мяч обработал Ефремов. В итоге потеря произошла. Попытка номер два. На этот раз получше. Седов. Демченко. И перевод мяча на левую бровку. Но это точно на голову Евгению Попкову. Любая пауза, несмотря на то, что до конца встречи еще достаточно много времени, сейчас на пользу беде. Повторюсь, нужно им сбивать темп, у них нет возможности для перестановок. В составе хорошая передача от Бровкина, Романов, мяч штрафной, пас, удар, и выше ворот проходит снаряд. Хорошая атака в исполнении бело-голубых, вот ровно таких наскоков и не хватает Легиону на самом деле. Впереди совсем-совсем сегодня все плохо. В первом тайме откровенно отрезан оказался от соперников
Папин Казарян. Конечно, за мячи он цеплялся, форвард такого класса не может этого не делать, но не удавалось ему конвертировать свои возможности в голевые шансы. Бровкин играет направо. Жесткого здесь встречал Никита Демченко. Но мяч остается у бело-голубых. И атака действительно опасная. Получается прострел. И не Иван Романов, не Иван Логинов на этот пас на дальнюю штангу не открывались. В итоге только аут. Ну и вновь у нас перестановки в составе «Легиона». Их, безусловно, нужно делать, чтобы ход матча изменять. Казарян один из тех, кто вернулся на газон. Также на поле появился и Павел Андрианов, и Станислав Мухин. Мухин сразу же на позицию правого защитника отправился. Казарян на острие. Андрианов-младший в линию полузащиты. Именно от этого футболиста в первую очередь, конечно же, необходимо ждать креативных действий. Вячеслав Андрианов. Дальний удар. Делал все правильно по мысли. 11 номер. Не удалось как следует по мячу приложиться, чтобы направить его по нужной траектории. Романов. Прострел в штрафную. Не доходит мяч до Логинова. Здорово здесь Севастьянов. На перехвате. Дальний удар. Вручает команду Дементьев. Но не стал форсировать события Иван Логинов. Понимая, что мяч уходит на угловой. Уходит за лицевую линию. Крутясь неудобно для форварда. Но без сомнения, вот, например, опять-таки возвращаясь к той самой травме, Логинов сезона эдак 13-14 наверняка бы сразу же в лед бы пробил, и даже несмотря на столь острый угол, наверное, бы забитым голом отметился. Но еще раз эту тему педалировать мы с вами, наверное, не будем. Все и так все прекрасно понимают. Здорово здесь Попков выгрызал мяч сразу у двух соперников. И в итоге удалось бело-голубым мяч отобрать. Еще один удар, и счет становится 2-0. И одним из авторов этого гола, безусловно, нужно отметить Евгения Попкова. Ну и Дементьев не среагировал на удар Олега Царева. 2-0. На 40-й минуте становится счет. Мощнейший выстрел в ближний угол. И у «Легиона» большущие проблемы. Первая победа беды на поле становится как никогда близка. Впрочем, если мне не изменяет моя память, то в игре против «Штурма» в первом туре бело-голубые также 2-0 вели. В итоге все закончилось ничейным итогом. «Штурм» сумел переломить ход матча. Севастьянов играет в центр. Царев. Перевод мяч на противоположную бровку. Получилось точным. Но атака все-таки захлебнулась. Очередной фол. Теперь, конечно же, сдерживать атаки легионеров беде ставит несколько проще. Все-таки преимущество в два мяча, а не в скользкий один гол. Но не зря ведь Фабио Капелло говорил, что преимущество в два мяча, оно
порой даже опаснее минимального превосходства. Можно немножко расслабиться, пропустить один гол, и затем и второй мяч не заставит себя долго ждать. Как, например, было в игре все того же Легиона и Энергомаша. Там, правда, ни о какой расслабленности речи и не шло. У Легиона были серьезнейшие кадровые проблемы. Но пропустив однажды, буквально тут же Легион и второй мяч получил. Впрочем, вот мы говорили, что у Беды есть проблемы, у Беды нет запасных, и некем игру усилять. Но ведь на самом деле и Легион-то отнюдь не в оптимальном составе играет. Сразу нескольких важных футболистов сегодня нет на стадионе. Кирилл Сумароков, который вроде бы ушел из Легиона в Ниву в межсезонье, но затем вернулся, никак не может начать играть за легионеров на постоянной основе. Виной тому травма, и, насколько мне известно, достаточно серьезная, требуется операция. Не играет также сегодня, например, и Арам Саркисов. В общем, здесь тоже легионерам есть на что посетовать, но все-таки у Беды-то проблем побольше. Дементьев ловит мяч, пущенный со штрафного, оставляя свою команду в игре. Андрианов играет налево. И очередная попытка обострить, очередная попытка сыграть вертикально не приносит плоды красно-серым. Логинов играет направо, неплохо получается, и мяч попадает в руку, не засчитывает этот гол Владимир Коржевский, и правильно делает, но как же не повезло сейчас, не повезло подключившемуся в атаку Евгению Попкову. Казалось, тут можно мяч заносить в ворота любой частью тела, но кроме одной единственной. Третий гол, безусловно, сейчас бы убил интригу противостояния. Но это не тот случай, как, например, в недавнем матче Лиги Чемпионов, когда Жерар Пике рукой забил и получил желтую карточку, которая стала для него второй. Здесь, конечно же, никакого намерения играть рукой не было в помине. Романов подает. Еще один момент, и штанга! Здорово, здорово сейчас сыграл Иван Логинов. Переправлял макушкой, затылком мяч дальше, как сами говорят футболисты, продлевал полет мяча, и в итоге он в штангу угодил. Беда близка к третьему голу, но пока его забить не может. И по-прежнему нет моментов у ворот Юрия Струкова. Александр Седов показывал, что мяч покинул пределы поля. У резервного рефери было иное мнение. Неруков. Передача вперед. Мухин борется. Здесь с соперником уступает тому в единоборстве. Откидывает мяч назад Царев. И Бажутов играет вперед. Логинов придерживает мяч. И хорошую по замыслу передачу отдает. Но здесь первым, конечно же, был на мяче Александр Дементьев, а не устремляющийся вперед Олег Царев. Но по замыслу, конечно, была великолепная передача. Чуть-чуть исполнить не удалось. Нехорошев играет центр. Чуть меньше 14 минут у нас остается до окончания этого поединка. И Легиону на самом деле нужно отыгрывать не два мяча, а три. Безусловно, красно-серые наверняка рассчитывали пополнить копилку очков по максимуму по итогам этого противостояния. Бровкин играет направо. Передача вперед на Ивана Романова, которого все забыли в одиночестве вблизи ворот Александра Дементьева. Пас точно не получился.
А так бы это даже не выход один на один, а своего рода буллит мог состояться. Вот может сейчас что-то получится? Нет. Здорово играют в обороне бело-голубые. Тем не менее, момент возникает. Возможно, даже и первый опасный момент в сегодняшнем матче. Но вот когда нужно было, четко сыграл Юрий Струков в ближнем бою, выручивший. Ну а добивание получилось уже в падении. И безрезультатным. Выносит мяч Юрий Струков, по максимуму взяв паузу и насколько смог, потянув время. Логинов сохраняет мяч в игре. Теперь нужно постараться и Романову. Убивает он мяч в аут, не позволяя тому уйти за лицевую линию, но достаточно легко, почти без прессинга из обороны выбирается Легион. Но, тем не менее, все-таки на подборе первым оказались бело-голубые. Севастьянов разворачивается, отыгрывается назад. Царев уходит от отбора Александра Седова. Затем у него все-таки выбивает мяч Никита Демченко. Но мяч оставался у бело-голубых. Остался вот до этого момента, до паса пяткой Романова, который получился неточным. Демченко ошибается в простой ситуации. Пытается исправить свою ошибку. Но здесь, конечно, никаким образом Олег Царев у Павла Андрианова выиграть единоборство, кроме вот такого, не мог. А это грубейшая ошибка в обороне. Романов пас на пустые ворота и 3-0. 3-0 становится счет. Полная капитуляция Легиона. И Евгений Попков празднует свой гол в фирменном стиле, подражая своему любимому футболисту. 3-0 на 50-й минуте. Наверное, можно уже констатировать факт, что Легиона в сегодняшнем матче очков не наберет. На следующей неделе у Легиона будет отличная возможность реабилитироваться за эту неудачу. Команде Александра Седова предстоит в субботу в 10:50 провести перенесенный матч против Штурма. Легион, если мне не изменяет моя память, единственная команда, которая будет играть в рамках чемпионата на следующей неделе. Ну а беда, в следующий уикенд сразится с Магистралью в рамках Кубка ЛФЛ. Ну и, как я уже говорил, от исхода этого поединка будет зависеть дальнейшее участие или не участие бело-голубых во втором по значимости клубном турнире Москвы. Впрочем, и эта игра еще не завершена. Есть еще 10 минут у Легиона, чтобы совершить чудо. Но опять-таки, слишком мало шансов у Легиона было сегодня в атаке. Но Александр Седов получает желтую карточку. Могу я понять эмоции капитана красно-серых. Нужно, конечно, посмотреть повтор с падением вблизи штрафной Юрия Струкова. Было очень похоже на нарушение правил. Но Владимир Коржевский без преувеличения один из лучших арбитров не только Северной лиги, но и всей ЛФЛ.
предложил командам продолжить встречу. Упускает мяч за боковую линию Олег Севастьянов. Демченко вот и за боковой. Здорово здесь на перехвате действует Иван Романов. Приятно, приятно, конечно, что команда не доигрывает матч, а все-таки стремятся по максимуму использовать оставшееся время. У беды, понятно, эмоции, что называется, захлестывают, потому как это их первая победа во внутреннем чемпионате. И хотят они ее, что называется, по максимуму отпраздновать, по максимуму испить эту чашу удовольствия. Ну а Легион, пусть и шансы остаются совсем уж мизерными, все-таки оружие складывать, ну, явно не собирается. Не чураются бело-голубые и игры на отбой, когда этого было не избежать, или же просто можно было так сыграть попроще. Но и сегодняшний матч как по учебнику на самом деле бело-голубые провели. Почти не позволили ничему опасному создаться у своих ворот. Своими шансами распорядились, конечно, не со 100% реализацией, но тем не менее. Вряд ли кто-то до начала поединка, и уж тем более, когда был озвучен стартовый состав, мог подумать, что беда выиграть сегодня с крупным счетом. Царев играет на Бровкина, тот зажигает свечку в направлении Ивана Романова. У того мяч выбивают в последний момент и угловой. Таким образом разыгрывают бело-голубые. Сам же Романов и будет подавать штрафную. С первым на подборе оказывается Олег Царев. Романов. Снова Царев. Нужно переводить мяч на противоположную бровку, но не таким образом, безусловно. Это просто подарок мяча сопернику. Казарян. Передача на Андрианова. Приходится убегать к угловому флажку. Ну и там что-то придумывать. Получилось достаточно неплохо. Знаете, как на безрыбье. И рак рыба. Но опять-таки беда к центру поля не отправилась. Счет по-прежнему 3-0. Вот еще один удар. Удар с острого угла. Неудивительно, что он получился неточным. Ну и Струков вводит мяч в игру. Логинов укрывает мяч корпусом от Дмитрия Нерукова. Плохая передача от Севастьянова. Ну и не менее неудачный пас от Дениса Бычкова. Тем не менее мяч остается у легионеров. И в итоге атака доходит до своего логичного завершения, до удара. Удара неплохого. Вот покрасовался и Юрий Струков после выстрела Ивана Нехорошего. Разыгрывают мяч легионеры. Все полевые футболисты обеих команд сейчас на половине поля беды, но даже столь массированное наступление ни к чему не приводит.
Все меньше и меньше времени у нас остается до окончания встречи. Седофа ошибается в передаче. Контратака у беды 4 в 4 может получиться. Мровкин. Скидка на вторую линию. Не стал бить в одно касание. Севастьянов ушел от одного соперника. Ушел от второго. Ударил. И в район Флотской улицы отправил мяч. Кто-то пошутил, что даже в район метро. Но самое главное, не обрезал половину своей команды Севастьянов в этой ситуации, что уже само по себе неплохо. Царев. Уходит от Андрианова. И мячик в доме к Демченко прокидывает. Продолжается атака. Бровкин. Нет. Этот пас своей цели не достиг. Андрианов. Здорово, здесь один в один разобрался со Севастьяновым. И сразу же момент может получиться. Но не понимаю я, что конкретно сейчас помешало догнать мяч Денису Бычкову. Но разве что уже конец поединка и не самые свежие кондиции. Поборолся здесь Неруков с Романовым. Не подпустил того к мячу. Демченко идет вперед. Никто его на своей половине поля, естественно, не встречает. Но как только на чужую половину он перебрался, сразу же перед собой увидел сразу два эшелона оборонительных редутов. И еще одна грубейшая ошибка. Романов убегает один на один. И четвертый гол в матче забивает. 29-я минута второго тайма, 59-я всего поединка. Счет 4-0. Даже не знаю, что еще можно к этому добавить. Кроме того, что необходимо, безусловно, поздравить беду, поздравить команду с этим хорошим матчем. Заслуженная победа, которая позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, позволяет рассчитывать на продолжение борьбы за попадание в первую восьмерку. А здесь еще и Струков, отменный сейв в концовке поединка, совершает еще один момент для еще одного гола. Но нет, здесь завозился с мячом Попков и упустил момент для реализации. Впрочем, беда свое положение в таблице не поправит по результатам этого тура, потому как отставание от APC исчислялось до начала уикенда 4 набранными баллами. Но сама по себе победа, конечно, получилась просто великолепной. 4-0. Беда побеждает Легиона в матче 9-го тура высшего дивизиона. Для вас эту встречу, дорогие друзья, прокомментировал Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной лиги и до свидания.